Так, сразу предупреждаю. Володя? Да. Значит, сразу предупреждаю. Я серьезно охранник. Так, я мастер спорта по боксу. Правила. Вот. Языком молотите, что хотите, руки. Сразу первый удар будет в лицо. Барьер. То есть, правила дуэли. Я говорю, вот, языком молотите, что хотите. Сразу, что ему. Я без разницы. Бью сразу в лицо и тяжелый нокаут посылаю. Ну, полутяж. Нельзя бы, чтобы Щербаков или Усков... Языком оба молодите, что хотите. Пока я здесь, драки не буду. Да проблем-то нет. Как, проблема есть, почему? Есть проблема. Проблема есть. Ты не даешь. Ты не даешь. Я тебе не дам на форме гадить, потому что ты сначала гадил. Чем? Чем? Да потому что вы там чем? С этим... Я призывал Киносяна к тому, чтобы он тестировал свои аппараты. А ты этого не давал сделать. Я целую программу. Ты просто говно. Я целую программу. Какое говно? Какое говно? В чем говно? В чем говно, скажи мне? В чем? Ну так ни в чем говно, видишь? Ни в чем. Ты даже не знаешь, в чем говно-то, блин. Речь идет о взрослых каких-то объектах. Что тебе рассказали? Ну-ка. И как эта ситуация назрела? Да? Я слушаю внимательно, как она назрела. Ты не собирайся, что ты приехал-то сюда? Я тебя приехал морду бить. Бей! Кто тебе не дает? А почему сюда-то? Здесь народ никто не дает. Здесь не дадут. Давай куда-нибудь в другом месте, где никого не будет, блядь. Давай. Давай прямо сейчас. Или время назначь, когда, блядь. Я не против, блядь. Еще не хватало. Твою мать, а? Ты же, блин, Киносяна защищаешь постоянно, же прихвостень Киносяновский, блин. Я терпеть не могу его. Ты ведешь себя как, блин, Киносяновский прихвостень. Ты постоянно удаляешь все мои сообщения, все мои претензии к нему, блин. А не будешь удалять, у тебя не получится ничего, понимаешь? Твоя административная, твой ресурс не поможет тебе, блин. Да? Давайте не поможет. Этот потому что давайте это касается той девушки, которая сегодня день рождения, которая погибла тогда 2 года назад. То, что касается этой девушки, я никогда не писал, что ты ее убил. Но то, что ты сказал, что я к этому что по твоим словам ее угандошил. Вот ты сказал, что я кто-то угандошил. Кто по твоим словам ее угандошил? Я не писал, что ты ее угандошил. Нет, то, что могла сложить. Ты сделал так, чтобы все написали, кто написал, что я ее угандошил, их сообщения там остались. Так, давайте. И ты так. Их не удалил. Володя, никто не удалил мои сообщения. А их сообщения ты не удалял бы. И они все писали, как эти. Это Васильев, бля, написал, бля, что это я угандошил. Потом Киносян написал, что я угандошил, бля. Их сообщения никто оставляет. Да, бред, это не может такого быть. Это до того, как официальное было расследование. Вообще Володя, ты какое свои же собственные. Ты же собственно нарушил правила. Какое расследование? Да нет. Что говорит? Не будет никакого расследования. Я не буду говорить, я вот здесь сейчас на этом углу. Ты приехал поговорить? Поговорим давай. Никто никого не угандошил. Подождите, мы сейчас на краю охеренной проблемы. Охеренной, если мы сейчас... Охеренная проблема, я сказал Киносяну тогда еще, что возьми, отдай каретки на крыло и испытай на собственном. Да нехуй говорить, когда можно брать и делать. Не этому, блин. Да каретки он может не испытать, нифига. Каретки он уже стар для всего. Я написал целую программу, вы тогда еще за мной охотились, с Борисевским, блядь. Убил не он. Я считаю... Вот еще никто не умер, я уже тогда говорил, что я не хочу, чтобы мои друзья умерли. Убил. Потому что у него девка сидела сзади. Он должен был думать о том, что ситуация усложняется. И он должен был уходить. А уже то, что кто там случилось... Кто был ведущий? Я себя ставил. Ведущий? Кто был ведомый? Ведомый Саша. Всегда приклеивается к крылу и не дергается. Саша, это в бою. А тут был совершенно спонтанный полет. Потому что я сидел синхронно на одной высоте, вот так рядышком. Вот просто ставил, ночью вставал и ставил. Чтобы я даже не знаю, ты никто не спросил меня, а что было со мной. Я бы ушел. Что было? Никто, никого не интересовало. Всех интересовало только одно. Меня Киносяна. Какое говно? В чем говно? В чем говно? Я что, кого-то оскорбил? Это было оскорбление, что? Ваши сообщения первые, они всегда. Киносян, замазаны все. Щербаков с Борисевским, блин, мешают людей убивать, блин. У нас Вова один святой, блин. Не мешает. Вы не мешаете людей убивать. Вы просто. Администрация. Вы постоянно. Да, потому что вы. И Шаповалов, блин. Конечно, и Шаповалов туда. Он написал мне письмо, блин. Володя. Написал мне письмо. Я для спарма на форуме. Я вас очень прошу. Я буду тебя преследовать, блин. Два авторитета. Потому что у вас выше авторитетов нету в Светлой Федерации. Нету.
Если вы сейчас вместе выступите и просто скажете, каким-то образом выступите. Слушай, это будет, Андрей, это я говорил Жеке Насеновичу, возьми свою крылу, попроси Кареткина испытать. Пошел. Должна быть система. Там это крыло, которое на кругом летало. Олег, это уже было, это уже непонятно, что было крыло. Это уже пиздец, его надо было на помойку сдавать. Киросянов позвонил, сделал звонок. Киросян, у нас крыло херовое, что делать? Киросян говорил, что? Надо чего-то сейчас вместе, я согласен с третьим выступить. Надо третьим, что-то надо сделать, потому что мы сейчас на грани охеренного шухера. Потому что сейчас у всех крылья на износе, сейчас у нас пойдет Владимир Абрамович. Ну что, атлет кувыркается, в это я не верю. Все кувыркаются, тонарги кувыркаются. У меня самого крики, атлет, я на нем летал в Питер. То, что крыло херовое, да, управляется там, так, мне не нравится. Ты его не тестировал, ты его не тестировал. А оно кувыркнется, когда-нибудь оно кувыркнется. Вот не надо было просто вот... Ты же не знаешь, как тестировать. Я Брисевскому прихожу, у него крыло перетянуто. Я говорю, Брисевск, у тебя перетянуто крыло. Он что делает? Иди нахуй, говорит. Правильно ты сказал. Вот и гибнут такие, как вы. И вы следующий. Порвал себе крыло. Порвал мир в ангаре, а потом не свалил, нажимаешь самому. А я сделаю все, чтобы не гибли. И вы мне не помешаете его. Не было. Было это. Было. И не Русагов виноват. Это Брисевский был виноват. Не надо было в интернете. Когда крыло порвалось у Борисевского, я там целое расследование выложил. Что вы сказали? Что ты сказал тогда? Давай. Я просто ткань брал и вот так вот. Ты не рвется, она нифига. Ты просто поиздевался надо мной. Любая ткань, любая. Чем жестче ткань, тем она легче рвется, когда надрыв есть. Знаешь, надрыв был. Надрыв был в ангаре. Ладно, мужики, если мы сейчас не помиримся, блядь, это пиздец. Я спать не буду. Нормальная информационная война. Если хочется что-то посмотреть, вы противопоставили свой административный ресурс мне. Значит, если хочется что-то нормальное испытать, берется и испытывается. Понимаешь, но при этом информационной войны на форуме не устраивается. Без истерик, просто тихо, мирно. Хочется испытать. Без истерики обвинили меня, без истерики, в убийстве. Я еще раз тебе сказал, что... А ты этому способствовал? Я способствовал тому, чтобы говна не было на форме, а ты его вываливаешь. А это обвинение убийства, это не говно? Володь, не способствовал. В таких вещах никто на прокуратуре печать не может. Повторяю, что крыло оказалось вниз от шипки. Это однозначно. Для меня это однозначно. Это был поворот. Если это был поворот, то просто на месте он не бывает. Он на пустом месте, ему помогло его отсутствие подобной устойчивости. Вот что ему помогло. У нас тут мнения разделились. Что ты, я тебя больно зауважал? Сгущенки не было. Да я тебе взял специально. Володя, делай что хочешь. Я знаю, что сгущенки, не тушенка. Потому что послезавтра, в интернете должно появиться какое-то разумное решение всего вот этого вопроса. И я не против. Вот, ты вот уже сдвиг. Но ты видишь, это вот он против. Нет, надо все-таки, вот сейчас вы высказались, можете еще высказать. Потому что вы такую тему затронули, одну секундочку, которую вы не высказать, подумайте. А он еще раз. Он еще этого не понял, сколько мы тему затронули. Да понял. Ничего не понял. Вопрос этого кувырка, вопрос вообще поведения в воздухе. Это для нас это новый вопрос. Новый. Он только сейчас вопрос. Для меня очевидно, что это поворот. У меня все пишут, потому что это был поворот. Да, есть. Да, конечно. Он был. Так вот ты говоришь, что не было? Да был. Да. Так, я тебя очень прошу. Что я могу сказать? Недовольность против. Да нет. Да он устраивает эту войну, понимаешь? Если хочется сделать дело, оно берется и делается. Без лишних истерий, без внутренних оформлений, со словами, что, давайте, что бы вы ни делали, вы мне все похрену. А бабушки, давайте первый пункт, давайте хорошо, вернемся к этому вопросу, если уж, да, он действительно серьезный, вот так вот, и вернемся к истокам. Произошло ЧП с Олегом. Вот давайте вот с самого начала. Произошло их несколько. Да, да, вернемся к этому, сына дорогая.
я бы вернулся. Давайте вот так вот. Я, например, свою точку зрения выскажу. Я Володе примерно это сказал. У нас, значит, не тоже расходится. Потому что я считаю, что все аппараты хватаются. Абсолютно все. Я ему даже сказал, и вертолеты силы кривого кольца попадают, и все, что парятся, полеты. Все зависит от техники товарища. Я с болтом. Другое дело, почему у нас эта ситуация возникла. Вот. Я 80% вины кладу на Олега покойника. Если не 90%. Я считаю, что произошло следующее. Поскольку ведущий Антон не держался за ведущим, расположен. Вот. И у них произошло что-то, возможно, подошли слишком близко друг к другу. Один отвернул в другую, в одну сторону, а второй дал по газам, по трубам, И при этом аппарат кувырнулся. Да любой аппарат кувырнется в этот момент. Любой, потому что это мгновенно происходит. Это циклическое вращение такое, которое... А спросить нельзя? Алло, кто там был? Вот другое дело, что почему ведомый допустил это? Участников в этом случае умники не спрашивают. Допустили. А кто видел еще? Олег, кто еще видел? Допустил это? У меня GPS-трек был сзади, он отвечал за ее жизнь. Вот я себя ставил на его место, я несколько дней моделировал эту ситуацию. Что бы я бы делал? Я бы не пошел бы за Лешкову, хотя мне Русак тоже, мы обсуждали это дело. Он говорит, да ты попробуй от Лешкова уйди. Ты же не Серега тот еще, от него вслую уйдешь. Я говорю, ушел бы, спираль бы свалил бы и ушел бы. Если бы чувствовал, что это грозит опасностью. Олег виноват, только ситуация на 80%. У нас все привыкли на полтину. Да, ну, в данном случае приходится. В данном случае приходится. Потому что мы все можем войти в этот кувырок. Вот какое мы ощущение испытываем, когда спутаешь трюк через 30 секунд впадаем. Да, у вас трек есть, посмотрите на трек. Вы что, чего вы осуждаете-то? Возьмите крыло, да испытайте. Что там базарит? Возьмите крыло. Ну, давай тогда кто лучше даст? Так. Ну, пожалуйста, я вот тебе не дам, блин, потому что ты скот. Нет. Вот. Ну, да. Саша. А тебе дам, пожалуйста, у меня ответ Саша. Лежит, бери. Чего я не скот? Я, может быть, тоже такой же скот, потому что я просто с тобой еще не поссорился. Нет, потому что ты не делаешь такие поступки, понимаешь, демонстративно. Насрать на все. Я не попадал в такую ситуацию, просто в какую попал Олег, и вот он. Ну, эта ситуация началась ведь до катастрофы. Если бы она началась после катастрофы, это один базар. Вываливание говна на все и все произошло. Ну, было. В чем говно заключается? Да потому что я удалял все это с твоего. Ну в чем? Ты столько там прописал. Что именно? Ну, что именно? В чем говно заключается? Я что, оскорбил как-то того, да? Кого-то назвал подхлестного. У нас и так хуево все. Мы еще между собой цапаемся. А? Люськов, великий пилот. Ты... Про тебя вообще здорово даже нет. Ну почему мы не можем между собой договориться? Потому что надо вести себя человеческим, а не по-скорски. Ну давай простим друг друга что-нибудь, а? Давайте все по-разному. Я очень нервный человек, всегда. Но когда речь идет о жизни и смерти, никаких вот этих вот танцев, блядь, этих заверансов не будет. Еще хватит. Твою мать. Твое слово здесь последнее. И твое точно так же. Твое точно так же. А ты только вообще... Пузыри пускаешь. Я пузыри? Я тестовую программу сделал, а ты что пузыри, блин? Я тебе привезу это крыло по весне. Значит, делай с ним что хочешь. И вот этот поднастройка надо там обшить подрастнуть. А может и не надо, как раз она подрастет. Вот. Давай этот вопрос закроем. Саш, мы не закроем этот вопрос, он будет всегда открыт. Крылья изнашиваются под разной нагрузкой, разные техники пилотирования, разные условия. Здесь... Всегда люди попадают в какую-то жопу. Всегда. Здесь ты сам прекрасно это знаешь. Да он на атлете, блин, свалился. Вот. На атлете свалился на второй. Вот. И левый кирдык еще рога подломаем об него, потому что уже скоро идут на этот счет. Мы все время будем, блядь, самое время, у нас сейчас выясняют отношения. Ну самое время, блядь, а? Кровь бьется кругом. А я не выясняю, хорошо. Я просто еще раз говорю. Если хочется сделать дело, его берет и делает. Если не хочешь сделать дело, ну, вот пусть делают. Как только делают. Да, и делают. Ну пусть, я на месте не сижу. Ну пусть. Гадишь на форум. Это тут и нашимаешь. Это твое дело. И я не глажу на форуме. Гадишь ты, дорогой. Пусть он предлагает систему испытания. Я с ними согласен. Потому что я, например, не полезу сейчас ничего испытывать. У меня дома жена инвалидка. Я, если со мной что-то случится, значит... У меня дома будет катастрофа. Вот если он берет на себя вот этот героизм, ради бога, ну пусть предложит эту систему. Смирно! Пусть предложит. Да класс, где, ёптумай, как положено. Так,
Ну, сюда, на второй этаж пока кидай, там, да, вот сюда, еще. Ну что, куда, пойдемте, пойдемте, а то здесь сыр. Господа, не могу. Господа, здесь сыр, давайте под окошко. Сейчас, не могу. Че за это, скандал, а шумы, драки нет? Сейчас, я тебе, ну, постой тогда, пока нету. Ну, зайдите под цветом, чтобы не капало. Да мы там в томавке, вы не хотите. Где там, вот здесь можете зайти, чтобы не капало. Я линию фронта. Любим трудности. Надо выходить из положения. Каким-то образом. Я не знаю, но надо выходить. Либо наступать себе на яйца, на какую-то. Еще раз. Но что-то надо придумать. Ты сам знаешь прекрасно, что есть режимы, которые можно загнать в тыл, и не выйти. Из которых выйти, ну, тяжело. Если запас высоты. Из кувырка не выйдешь. Из кувырка даже. У него можно не найти, как минимум. Да. Вот давайте об этом подумаем. Вот, и расставим точки над «и». В чем Олег виноват, в чем он виноват? И пусть разделить надо. Что гадит на форуме. Вот он просто гадит. А, ну, да по той аварии, что ли? Я не знаю, что гадит он, не гадит. Чем я гадит? Олег, по той аварии, да? Нет, а кто же тут? Я тут тоже родной. Сейчас, господа, давайте без шума. Вот, смотрите. Родной скот. Давайте вот разберем эту ситуацию не с точки зрения как авиационное происшествие, а с точки зрения вообще жизненной ситуации, как это получилось. Да? Я немножко в курсе вот этой темы. Да? Вот, получилась ситуация катастрофная. Почему? Этого никто не знает. Да, был он там рядом, был там да он все знают, не рядом, турбульнул, не турбульнул. Это вопрос, просто никто не, доказать не или опровергнуть не может. Вы согласны? Согласны с этим? Согласны. Кто даже не разбирался. Все. Это трекет, да и не может разбираться. Почему нет? Секундочку. Трекет и объективный контроль. Никто не может и не должен разбираться. Почему? Потому что в реалии этого сейчас доказать, не опровергнуть невозможно. Ни по каким трекам. Согласен. Ну, можно сделать это. Дальше надо просто закрыть тему за неимением возможности ее понять. Выводов нету. Выводов нету. Есть возможность понять. Выводы. Можно сделать реконструкцию. Да. Выводы можно сделать тогда, когда есть четкое понимание всего. Если четкого понимания есть, нет, четкое понимание. Мы не обсуждаем. А из-за чего война? Так, они уже все обсудили. Они просто навесили на нервный клуб и все. Вот они все, они все решили для себя. Нет, ну давайте вот так вот. Что не так, что ли? Я вообще навешиваю. Скотину ты, я во-первых, никого ни разу не писал. Нет, ну давайте так, вот эту вот тему можно сделать брейк, потому что у нас нормальная тема, все летают, да? Разобраться в этом невозможно, доказать ничего невозможно. Зачем мы сейчас будем обвинять? Почему там Петровский разбился, вы знаете эту тему? Когда прекрасно, я почему разбился. Вот, тоже, давайте сейчас кого-то обвинять. А как можно обвинять в этом кого? Тоже ситуация. Я турбульнул человек. Ну то, что мог турбульнул. Мог турбульнул. Хорошо. Тому, чтобы все турбульнулся. Он мог. Но турбульнул он или нет, он сам не знает. Согласен? Да все прекрасно, все знают. Что, ты турбульнул? Все есть. Вся информация есть. Все. Есть треки, смотрите, анализируйте. Никто не хочет, всем поправку. То есть ситуация... Разговор просто зашел немножко раньше. Разговор зашел такой, что... Послали Минка на войну. Вот. Она еще задолго пошла до этого. Где все изделия Киносяна были названы просто «Клыгом отстой». Там написал, я удалял. Кстати, я не писал, что все изделия Киносяна были. Не писал. Я призывал его к тесту. Давай. К вам относится потребители как кроликам. Продукции Киносяна есть потенциальные покупки. Ну, нет, но, короче, ситуация такая, по-разному можно относиться к технике, ты тоже не прав, что пишешь вот такие вещи, это неправильно. Я не прав, потому что я это делаю открыто. Нет, тут вопрос не в этом. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что, допустим, если человек делает, то надо писать, что это не делает для убийства народа, а техника заслуживает там пристального внимания, то есть это не, это писали, не лучшая я техника. Я целых 3 месяца писал с этим человеком, я писал, что пристальное внимание, да,
Он требует письменного. А что делать? Но если у нас, смотри, у нас производителей можно попасть в одно. Да, сейчас мы сейчас убьем очередного. Сейчас, у нас вообще никого не останется. Вообще да и хер бы с ним. Нет, ты не прав. Хер бы с ним, кстати, если он не будет позади долбанной обратно, да, хорошо. Ты не понял. Людей станет больше живых. Нет. Ну, не в этом дело. Володя, убиваются на атлетах не потому, что они кувыркаются. Именно поэтому тоже. И поэтому не соблюдай с ограничениями. Не соблюдают правила. Почему НАТО никто не кувыркнулся до сих пор? Ну да ладно, дай бог, куча народу. Не дай бог. Хорошо, но он провоцирует пилотажу. Да. Еще более провоцирует, чем атлет. На атлетах убивается атомах нет. У атома столько сырых мест. Есть статистика. Ребят, уже сейчас есть статистика. Проблема в том, что у нас мало производителей. Если мы будем добивать остатки, то... Я сделаю все, чтобы добить. Вот именно этого. Я понимаю, что этого гражданина... Если когда Обама с Путиным жопу это, то мне только приятно. Но когда Людьку Щербакову, для меня это нож под сердце просто. Лучше брейк, все. Вот этот корень проблемы. Брейк. Мы займемся. Не надо добивать, мы займемся этой проблемой. Этой проблемой гирным путем. Не все, вы сами виноваты. Давай, мы займемся этой проблемой гирным путем, хорошо? Пойдем туда. Ну, да. Все, пошли. Гирным путем. Спирт кто будет пить? Я шампанское будем все пить. Все. Будем пить. Я могу. Пошли. Не надо. Спасибо. Я с чего все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. С тобой же всегда. Да. У меня. Потому что я просто не лезу, как бы, вот я не лезу во всю эту кашу. У меня тут. Здесь совершенно четко было сказано. Я киносена добью, чтобы нет, не стыло. Здесь нет никаких. Любого киносяна давно. Любого. Киносяна. Нет, потому что я всегда были и будут. Они от них не выкинем. Я тебе сейчас могу тоже сказать. Где твои тесты-то, родной? Про кумеркалу сказать. О, это была жопа. На котором сейчас мы убивались, Юрий. Это была жопа. Это полный пиздец, это не 7 ты сделал, со 16М. Это еще хуже. Ну, тем не менее, часто все нормально. В общем, если все летать не превышая ограничения, да, летать на этих крыльях. Вот об этом мы поговорим. Поэтому и надо говорить. Кто на чем летает, убью, ребята. А убью киносена за то, что... Я не собираюсь убивать. Я собираюсь закидывать на него. Да, ну, вот этого тоже не надо. Линии фронта есть. Пиздец полный. Значит, киносян еще закроется. Или киносян соглашается с тем, что надо тестировать его аппарат, либо я его закрою. Надо. Я по-любому закрою, только воду. Но это, знаешь, да, должны молодые. Стоит, а ты что на работе? Если ты в это дело не будешь, ну, не надо. Я не буду, пока если не буду, кто будет еще? Кто будет, ты что ли будешь лезть? Ё-моё. Саш, вот я не полезу в это дело. Смотри, сейчас возникла ситуация очень простая. Я, говорит, закрою, блин, киносеновское производство, потому что... Потому что и убиваются люди, потому что он отказывается тестировать свои аппараты. Отказывается тестировать аппараты. Ладно, все, я есть тестовые бюро. Посидим. Чего мы? Чего порешаем? Посидим, 23 февраля. Чего ругаться-то? Между собой ругаться, блядь, вот не знаю, вот глупо вообще. Тестировать надо, так тестировать будем, погода будет, блядь, протестируем, делов-то куча. А я первый пошлю. Нихуя. Нихуя, у меня нога сломана. Я сам! Не, ну тестировать аппарат должны молодые, потому что мы уже все поломаны. Понятно, уже все. Я не полезу сейчас. Салага, не салага, блядь, уже не то.